Заводская улица Поперечная. Поперек Волги, поперек центральных Саратовской и Дворянской. А еще поперек пути всем тем, кто встал не с той ноги или сел не в свои сани. Нет, такой она, разумеется, была не всегда. И по ней тоже ходили добропорядочные господа в цилиндрах и дамы в шляпах и в шляпках. Но вот в декабре 1906 года она точно была поперечной. И еще какой. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».